Это стихотворение посвящается радости жизни. Не у каждого человека жизнь сегодня радостная, у многих есть различные проблемы, но радостные моменты, они бывают у каждого из нас. И поэтому как раз про эти радостные моменты это стихотворение, которое я посвящаю тебе. Нужно радоваться жизни, нужно жизнь любить. Чтоб счастливым хоть немножко в этой жизни быть. Чтобы чувствовать, что время, то, что отдано тебе, чтоб не таяло бесследно, как тот лед в реке. Чтобы ты дышал свободно, был веселым, добрым и простым. Все ведь в этой жизни можно. Жаль, не все мы этого хотим. И действительно, нужно хотеть быть радостным в этой жизни, то есть ценить эту жизнь, любить ее и наслаждаться жизнью и хотя бы теми маленькими моментами, которые у каждого из нас есть. Не надо ожидать слишком многого от этой жизни. Нужно концентрироваться на небольшие, хорошие, счастливые моменты. И этим самым ты сделаешь свою жизнь намного-намного лучше. Вот такое вот маленькое рассуждение на тему счастья в жизни и радости.